Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня мне нужно сделать досочку. Но разливать я буду акрил. Мне нужно не по всей поверхности, поэтому надо как-то, чтобы было немножко, не переборщить. Где-нибудь вот примерно. А я еще такими маленькими площадями не заливала. Так. Ну, те, кто смотрят, знают, что это водоэмульсионка. Колер. Сначала я наливаю белую, она даже не белая, она такая. Слоновая кость, что ли. Так. Прям наливаю немножко. Так. И силикон продается в обычных магазинах, в автомобильных. Так, надо окно закрыть. Продается в автомобильных магазинах, да и просто в строительных можно найти. Так. Так, теперь я, наверное, налью синенькой. Ну, не знаю, что получится, ребята. Синенькой и силикончику капельки 3. Так. Теперь опять вот этой. Мне тут цветов-то не надо много. Совсем. У меня это тут будет морская тема. Ой-ой-ой, ну чё. И мне, собственно, нужно-то бирюзовый, да синий, да вот белый. Почти. Светленько. Вот прям, да, вот. Потому что мало, площадь маленькую надо залить. И прям боюсь. Но что делать? Вся работа с жидким акрилом — это сплошной эксперимент. Еще и под конец еще силикончику капнем. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы получилось белый участок какой-то. Я потом на нем нарисую. Ну ладно, посмотрим, что будет. Куда близко я не буду к краю. Вот так. Пусть сольется все. Не хочется, чтобы темное получилось. Ну, Господи, благослови. Ну вот, а светлого-то и совсем не получилось практически. Вот не придумала, как сделать. Как сделать круг, ну, любой, собственно, вот чтобы за края не заливалась краска. Если кто-то знает, как это сделать, помогите, пожалуйста. Мне не хотелось, чтобы это было такое размытое пятно, а хотелось, чтобы это был круг. Вот она. Она живая, она, вот ее шевелишь туда-сюда, и вон начинают пузырьки появляться. Вообще, я вот все время говорю, тут важен
даже не результат, а сам процесс. Ну что, пусть сохнет. Ну, высохла моя картиночка. Нарисовала я там баночку с китом внутри. И вот таким вот лаком по дереву. Сейчас покрою. Да, забыла сказать, что когда картинка высыхает, нужно спиртом, ну, спиртосодержащим, водкой там, у кого что есть, снять силикон, который наверху всплывает. Я покрываю раза три, наверное. Сейчас вам поближе покажу. Ой, отсвечивает, конечно, да? Вот. Ой. Вот. Вот такая банка, в ней кит плавает. Ну вот, мои дорогие, доделала я досочку. Но пока делала одну досочку, сделала еще две поменьше. Ну, вот они еще. Девушка вот такая. Ой. И вот русалочка вот такая. Краска была густая. И получилось у меня, видите, видно вам, нет? И получилась вот такая, краска потрескалась. Не знаю, мне нравится такая фактура. Кто художник? Я художник. Я художник, я так и вижу. Ну вот, в общем, короче говоря, вот такие еще две досочки сделала. Что и здесь тоже такая фактура видно, наверное, да? Вот. Так что вот так вот. Ну вот это-то, конечно, доска, она сама по себе. Это-то фанера, а это дерево, и она такая, ну, лучше смотрится, скажем так. Ну вот так. Делайте, дерзайте, и у вас все получится.